Счастье у дверей, обнимаю вновь, а я видно на снегу, плачет пельменья, как продавшая после него. А я видно на снегу, плачет пельменья, как продавшая после него. Женщина любимая, без которой дальше жить просто не могу. Без которой дальше жить просто не могу. Thank you.
Ребят, мы все уже люди... Пожилые? Ну, не совсем юные. Нет, не будем. Это слово не нравится. Скажем так, мы все люди опытные. Да, с определенным уже жизненным опытом. Положительным, не совсем положительным, но опытом. И мы знаем, что существует такое понятие, как судьба. То есть, ну, когда нам 20, 15, 20 лет, мы думаем, что да вот мы как захотим, так оно и будет. В 30 начинается немножечко это представление меняться, к 40 оно еще более меняется, к 50 мы понимаем. Оказывается, так оно и есть. К 50 понимаешь, что, в общем-то, решаем не мы, а решается оно где-то там. Так вот, я хочу этот тост поднять. Ну, давайте наливать пока. Пока я говорю, вы готовьтесь. Давайте. Потому что весь смысл этого тоста, это чтобы выпить потом. Да. Вот, за нашу пару сегодняшних молодоженов. Так, дело такое. Ребят, вы понимаете, это судьба. Представляете, Ксана приехала сюда. Ксана. Которая приняла к себе... Семья. Христос воскрес. Ну да, поистине воскрес. Это смешно событий. Да, вот приняла ее судьба, вот там хорошо известная, опять же, еще одна красивая пара и совершенно потрясающая, которая ее любит как родную, мы это знаем. И вот тогда вот мы с Ксаной познакомились. И вот тогда-то был Новый год, представляете себе, да? Ну, почти что ночь перед Рождеством. А когда приезжаю, я помню... спроси, что ты меня первая спросила. Что я тебя первая спросила? А как такие красивые дети? Как такие дети получаются? Потому что я была абсолютно уверена, что Мишка это Ксюшин, это Ксюшин ребенок. Но он похож на нее. Старались. Вот. Похож. Да, похож. Что есть, то есть. То есть, в общем-то, Ксана где-то похожа на вашу семью. Очень. На самом деле. Вы все как родные. Но я не к тому. Вот, значит, я, давайте так, представьте, ночь перед Рождеством, гадание перед Рождеством. Но это было немножко по-другому. Это было перед Новым годом. Как сейчас помню, приезжаю я к Сане поздравить. С подарочком сидим мы, чай пьем, поднимаем бокал с детьми, поднимаем бокал чая. Я говорю, Ксюшка, вот чтоб тебе в этом году вот, встретить свою судьбу, и чтобы у тебя все было классно. Ты сказала даже не чтоб, а ты сказала, ты встретишь. Да, я сказала, что да, ты встретишь. Я утвердительно попал, сказала. Да. Честно, это не я, это через меня... Вот то. Ты был проводник. Да, проводник. Я была проводником. Вот они ей передали через меня. Я просто была проводником. И что вы себе думаете? В тот же год, когда вы познакомились? 30-го. Понятно? Прямо сразу же, но буквально день-два позже. Они познакомились. И уже, как вы помните, в апреле мы гуляли на свадьбе. В феврале было, на Валентайн-дэй было предложение. Абсолютно. Все помнят. Ребят, вы понимаете? То есть это судьба. Вы понимаете? Посмотрите на эту пару. То есть они были предназначены друг другу. Вот так должно было случиться. Я не могу сказать, что там, судьба не судьба. А как это? Как ты не можешь сказать? Это судьба, Жень. Я не могу сказать, что я о чем-то жалею. Нет, Жень, ты не можешь. То, что ты обожаешь, я чувствую, что это был какой-то заговор серьезный. Ни один старичок был вовлечен. Ну, мы тут ни при чем. Значит, я просто была проводником, как сейчас помню, приехала на чай с подарком к Новому году. И чего меня толкнуло это сказать, не знаю, но сказала, потому что меня попросили, видимо, как-то так вот. Я сразу поверила. Она поверила, и видите, так все получилось. На самом деле, Женька, тебе мне надо по кругу жизни бутылки ставить. Потому что, может, я бы ей не предсказала, она, может, не поверила бы. А вот никогда не знаешь. Имею в виду. Но я не к тому, ребят, за эту пару потрясающую, которая на самом деле создана друг для друга. Абсолютно. Получилась совершенно невероятная пара. Я знаю, что они оба, Ксана, абсолютно, что называется, dedicated wife, потрясающая жена, потрясающий друг для Женьки, вечная поддержка и абсолютно надежный тыл. Женька совершенно обожающий, я знаю, ребят, мы все это видим, мы все это знаем. Женька абсолютно обожает Ксану, он ее боготворит. Он потрясающий муж, он абсолютно, я не знаю, ну, он растворился в ней. То есть, ребят, за эту пару, дай Бог, ребята, вам еще как минимум лет, ну, скажем, 70. Вот такой же потрясающей жизни, а мы готовы с вами каждый год праздновать. За вас, ребята. Абсолютно. Совет на любовь. Мазал тов. Молодец. Yeah.
questa storia d'amore, come non mi vuoi, che mezzo come te, sono bella da me, che le vino tutte le donne, alla vagonda di schiù, hai che le vino da una pista, si può morno mi vuoi, все будет хорошо.